Добрый день, господа, товарищи, и приветствую вас на своем канале. И хочу вам рассказать про бензопилу. Бензопилу промо PSG-4515. Модель промо, а марка PSG-4515. Цена вот такой вот пилы где-то 4-4,5. Ну, она какое-то время назад брала, цены, может быть, подросли. Поэтому, ну, я ориентирую вас на ту цену, по которой я покупала. Почему решила я рассказать про эту пилу? Только по той простой причине, что когда мне потребовалось отпилить бревно, я начала пользоваться ножовкой. Но вы знаете, это так долго, так утомительно и так неинтересно оказалось. Потом, значит, я вспомнила про эту пилу. Она была у мужа. И попросила его научить меня ею пользоваться. Потому что все время просить, ну, это не всегда удобно, не всегда интересно. И теперь вот хочу вам тоже рассказать про эту пилу и поделиться. Так, ну, прежде всего, что здесь нужно иметь в виду? Нужно иметь в виду, что техника безопасности очень важна. И прежде чем начать работать с такой машиной, в общем-то, эта машина, нужно обязательно прочитать инструкцию. Это, ну, в общем, это такое условие, надо прочитать. Как я начинаю работать? Я зажимаю тормоз пилы. Вот он такой, очень удобный. Делаю прокачку 3 раза. Отжимаю заслонку до упора, включаю и дергаю трос. И отпускаю его. Теперь я зажимаю, опускаю, вернее, заслонку, закрываю опять, отпускаю тормоз и уже вытягиваю трос. И начинаю работать. Не забываем про тормоз, не забываем вовремя его отпускать. И вот вы сейчас увидели, чтобы, если что-то вы пилите, чтобы вот эта штучка дерева, оно свешивалось. Одной ногой вы придерживаетесь. У кого будут козлы, то вообще хорошо. А у меня пока вот такая штука. И ну вот сейчас я попробую распилить еще, показать, что это несложно. И уже просто продемонстрирую, как я это все делаю. Итак, дорогие друзья, вы видите, вот за небольшое время я напилила вот демонстрационный, так скажем, материал. И
Ну, что могу сказать? Ну, это не ручной труд, конечно. Это гораздо легче, гораздо удобнее. Так что покупайте, пользуйтесь. И я буду рада, если вы себе труд облегчите. Ну, а сейчас пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.